Предприниматели из Дальнереченска решили поддержать участников СВО и безвозмездно передали им 2 внедорожника. Машины направят в зону проведения спецоперации. Работа тактических групп на такой технике доказала свою эффективность, отметил губернатор Олег Кожемяка. Глава региона поблагодарил всех, кто сейчас оказывает помощь нашим землякам. Уже более 16 автомобилей вышло именно от приморцев. Мы выражаем огромную благодарность всем, кто неравнодушен к тем, кто сегодня выполняет задачи там, тем, кому дорога судьба и людей, воюющих там, значит, с тем, чтобы они были обеспечены всем необходимым. Мы видим, что эта работа дает свой результат. И вот практически у нас каждую неделю поступают такие джипы, которые мы отправляем. Потом еще раз обращаемся ко всем, кто может оказать помощь и содействие. Поставки таких машин на фронт, они помогают бороться с танками, они помогают мобильно перебрасывать группы воинов на нужное направление, обеспечивают безопасность нашим воинам в выполнении воинских задач.